Друзья, всем привет! С вами канал Young Fishers. Сегодня выбрались на рыбалочку. Сегодня будем пробовать ловить щуку, окуня, ну в общем хищника. Сегодня будем пробовать ловить на живца. Кстати, смотрите, вот такая вот у меня появилась новая футболка в моем арсенале, так сказать, в моем гардеробе. Подарили мне ее специально из-за хорошего окончания учебного года. Я его закончил на отлично, поэтому мне подарили вот такую вот футболочку. Здравствуй, рыба, вот и я. Вот такой здесь принт нарисован. Здравствуй, рыба. Вот и я, со мною бабушка моя. На речку с удочкой иду, с собою бабушку веду. Не так уж бабушка стара, дотянет ношу до утра. Подкормку, сети и сачок. Я все сложил ей в рюкзачок. А вот река, а вот рассвет. Ловлю, ловлю, а клёва нет. Твоей сестре я щука рад. Я с ней знаком, но не в попад. А вот сюда плывет и брат. Я с ним знакомству буду рад. Сестрица щука, второй где брат? Он ведь совсем не виноват, что клюнул на блесну когда-то. И нет теперь у щуки брата. Зову к себе я щуку Настю. Чего боитесь, я ж без снасти. Хотел поймать я щуку деда. Да вот беда, мне нет ответа. А вот и окунь молодец. Зачем покинул свой дворец? В пучине ищешь ты червя. С червем сижу на речке я. А вот любимый мой карасик. Я в шоке, где же ты взялась? Я тут рыбачил много раз. Тебя я вижу в первый раз. Еще бы карпика поймать, и мог бы я спокойно спать. Но карпа нет, о боже мой. Пойду без карпика домой. А мой дедушка рыбак с блесной не справится никак. Ну что ж ты медлишь, боже мой. Пойдешь без щуки ты домой. Опять запутался в снастях. Ты ж на рыбалке, а не в гостях. Приехали сегодня специально ради хищника, приехали сегодня за хищником. Все-таки уже лето, уже наконец-таки потеплело, уже можно одеть футболочку, шортики, босоножки, уже можно наконец-то снять с себя эти теплые вещи и насладиться теплом. Сегодня приехали на хищника, будем сегодня пробовать его ловить. Не знаю, что с этого получится, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Вот, в общем, рыбалка на хищника — это такая рыбалка, что, ну, неизвестно, когда оно клюнет. Она может клюнуть, это самый последний момент, когда ты уже смотал все удочки, идешь сматывать последнюю, и оно клюнет. У нас, кстати, такое было, и мы поймали и когда-то такую большую щуку. Ну, в общем, мы начинаем, уже размотались, будем смотреть, что, ну, что сегодня покажет рыба. В общем, ребят, наловили мы живца и закинули две щучанки. Вот одна. А вторую на солнце вряд ли будет видно. А, вон он, поплавок. Вот вторая. Кинули две щучанки. Ну вот я еще одного живца поймал. Красноперочку. А сейчас заряжены два себеля. Ну что-то вот этот себель слабак какой-то. А тот, кстати, хороший. Ходит так, ищет, так сказать, щуку. Ну ладно, сейчас, наверное, поменяем живца. И будем продолжать дальше его ловить. Потому что мы сегодня охотимся за щукой. Живцовый себе лег. Так, ребят, пока что все плоховато с клевом. Живец не ловится. Щука пока что тоже не было ни одной поклевки. Дедушка пошел в другое место в надежде поймать там живца. Ну, а я тут остался дежурить на щучанках. Ну вот этот, кстати, красноперый мы и подцепили. Он начал прям ходить неплохо так. Хоть начал ходить, а то никак себеля вкинули. Он за секунду пришел к берегу и все, и стоит тут около берега, чтобы его черепахи ели. Блин, ребят, так хочется поймать щучку самому, чтобы дедушка пришел, и я тут щука его встречаю такой. Это было бы круто. Ну, посмотрим, а может быть так и будет. Негаданное дело это все. Рыбалка — это всегда, так сказать, рулетка. Неизвестно, когда клюнет, и неизвестно, что клюнет. Ладно, ребят, буду дальше ловить живца. Рыбачу я, кстати, сегодня на манку, девушка на опарыша. Будем продолжать дальше, ребят, что еще остается делать? Ну что, ребят, пока без клевья, надо подобедать, ну, точнее, позавтракать. Не хочет что-то клевать, сырники, чай, ну, все по красоте. Вот такая у нас обстановочка. Вкинули мы, кстати, вот эту на маленького живца, я поймал маленького сибирька, он
он ходит, короче, на окуня. А эти все на щуку не хотят что-то сегодня клевать. Но мы пока что продолжаем ждать, продолжаем верить. А я пока позавтракаю и продолжим рыбачить. Еще один сибелёчек. Так, ребят, перебрались мы в новое место, и я вам так скажу, что тут клёв намного лучше, чем там, где мы были. Здесь, смотрите, вот какие сибеля крупные клюют. И я вон уже целое ведро живцов наловил, и мы поставили еще две щучанки. Это у нас было две, и мы еще две поставили. То есть у нас в общей сумме 4 щучанки стоит. Неплохо, ребят, неплохо. Ну, тут такие крупные сибеля ловятся. Класс. Хорошенький сибелёк. Отлично. Зацепив. Капец, ребят, вот это интересно. Мы только-только закормили вот это вот место. Я пока смотрел на щучанки, осматривал. И смотрю, чувствую, точнее, у меня с рук вырывает удочку. Автоматически, так сказать, достаю ее. И тут такая хорошенькая плотвичка. Посмотрите, ребят, вообще класс. Была одна поклевочка, в общем-то, на щучанку. На вот эту вот, кстати. Но, походу, что-то маленькое, наверное, небольшой кушок. И все, больше нету, блин, к огромному сожалению. Но смотрите, какая классная плотвичка клюнула на манку. С пол воды, кстати, глубина небольшая. Ладно, будем дальше рыбачить. Хорошая плотвичка. Хорошенькая, ребят. А это и поймал его. Ребят, я сейчас нахожусь просто в шоке. Это полный капец. Посмотрите на эту плотвину. Здоровую. И чтобы вы понимали, она взяла на манку, на обычную поплавчанную удочку. Представьте, насколько на легенькую удочку приятно тащить такую красавицу. Плотву. Класс, ребят, просто класс. Фух, это что-то с чем-то, я в шоке просто. Классно, просто, не знаю, слов не передать такие впечатления.
Густера. Хорошенькая густерочка, посмотрите. Отличная просто. Ну что, ребят, все-таки разловились мы по хищнику наконец-то. Посмотрите. Клюнул такой хороший окушок. Классный. Меня с сестровой тащили тут, блин, и под саку думали щука, а это оказался красивый окушок. Класс, ребят, отлично разловились по живцу. Думали щука, потому что она ж тянулась вместе с сестровой, думали вообще что-то дебелое, а оно оказался вот такой вот окушок, красивый. Ну, зажер, да? Так, хорошо. Понял. Ну все, отцепляем и будем дальше этот... кидать на живца. Живцов у нас в том ведре много, поэтому все, все классно, будем дальше охотиться за следующим окунем, так сказать. Пробуй. Отличный окунь, ребят, клюнул. Хорош. Хорош. Смотрите, ребят, красавчик какой клюнул. Смотрите. Класс. Второй окунь за сегодня уже. Отлично. Отлично, ребятки. Класс. Просто класс. Пойду отнесу его в садок, и мы заново перезаряжаемся и ждем еще одного окуня или же, возможно, щучку. Ребят, крупные густера не отстают от крупной плотвы и тоже ловятся сегодня. Посмотрите, какая крупненькая. Не настолько крупная, но и не маленькая. Среднего размера, классная. Классная густера. Посмотрите, ребят. Она не отстает от плотвы вообще, ни на шаг. Класс, ребят, просто класс. Кстати, взяла на манку и с полводы. Глубина была очень маленькая. В общем, ребят, в погоне за щукой решили мы взять, надуть лодку и разбросать жерлицы по речке. Когда-то на них девушка ловил в свое время, а сейчас я буду на них ловить. Вон они уже раскинуты. Я немного выплыл, то уже засиделся, блин, на лодке. Ну, есть уже успех, так сказать, на эти жмаки. Отлично, ребят. Уже не зря кинули их. Что, ребят? Вот такой вот у меня сегодня удачный улов получился. Посмотри, какие две щучки взяли у меня сегодня на жмаки, на жерлицы. Это те, кто не знает, что такое жмаки, это как зимой флажки, так же самое летом это жмаки. То есть да, они по воде ходят. Что? Да, да. Вот такие вот две одинаковых щучки, только раскраска у них разная. Ну, две одинаковых по размеру щучки, классные. Одна уже вот сдохла, потому что она зажрала прям в желудок себе, и он даже поводок у нее висит, потому что никак не достать. А одна еще живая, ребят. Посмотрите, какая красота. Вот одна. И вот вторая. Две таких небольших щучки. Ну, классные, где-то полкило точно в них есть, поэтому... Класс, ребятки. Сегодня мы рыбачили на живца. Эти щуки, вот так. Эти щуки пойманы на живца, а именно густера.
Ну, в общем, вот такая вот у нас сегодня рыбалочка получилась. Класс. Нажимаем. Ну что, ребят, на таком вот улове наш видос подходит к концу. Простите, что сейчас плохое освещение и есть небольшое эхо. Мы уже приехали домой, потому что на речке не было возможности заснять общий улов. Сегодня нас порадовали вот таких вот два окушка и хорошенькая плотвичка, вообще классная. Просто на удочку ее тащить было кайф, просто кайф. Ну вот такой вот у нас улов сегодня. Чтоб вы понимали, ребят, полное ведро рыбы. Нашмалили мы с девушкой густера. В основном сегодня густера клевала. Плотва тоже там есть. Вот такой вот у нас сегодня улов. Ну, мы будем, ребят, заканчивать наш видос.